Он уже на этом месте, он уже нас ожидает. Молодые люди, заходите. Добрый день, дорогая церковь, мы приветствуем вас любовью Иисуса Христа в доме Его. Аллилуйя! Я хотела начать со Слова Божьего. Это Левит 22:29. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. Жертва благодарения – это не ритуалы, не обряды сердца. Это уста, прославляющие Его славу. Наша жизнь, прославляющая Его славу. Слово говорит, если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. То есть, чтобы жертва была угодной. Господь смотрит на наше сердце. Давайте сегодня прославим Его с благодарными сердцами. Давайте воздадим Ему всю славу, всю честь. Он уже на этом месте. Дорогой Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за этот день. Благослови этот день, Господи. Мы благодарим Тебя за тот день, когда обрели Тебя, Боже. Мы благодарим и славим Тебя за Слово Твое, за истину Твою, которая действует в нас. Славим Тебя, превозносим Твое святое имя. Будь прославлен на этом месте.
Ты подарил эти возвещенные жизнь благодарными сердцами за меня. И вновь ищу я тебя, благодарю за твое спасение. Ты подарил мне искупление, жизнью своей заплатил за меня. Больше любви.
твоя есть сила в крови, сила в крови, сила в крови Христа. За жертву твою благодарю тебя. Есть сила в крови, сила в крови, сила в крови Христа. Нет больше любви, чем любовь твоя.
обновил драгоценной кровью своей. Эммануил обновил, обновляет вас каждый день в своей славе, в своей силе, в духе своем. Огонь силы Духа сойдет сейчас на каждого из нас. Мира князь, ты первый и последний, я буду.
его или менее спасение. Радость исцеления только в его имени. Ты Бог Создатель, ты Альфа и Омега, ты начало и конец. Я буду петь, буду кричать о милости твоей. Вечно буду славить лишь тебя. Тебя, Господь, за наших детей. Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты даровал нам этих детей. И я молю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы Ты, Господь, благословил маленького Давидика, чтобы Ты благословил Андрюшку, чтобы благословил большого Давидика, благослови Ксюшу, Отец, благослови Роберта, мой Бог, благослови Амина, спасибо, что Ты исцелил ее, Отец. Спасибо Тебе, Господь, за Кристину, за Ивана, Господь, за Андрея, Господь, за Давидика, Савлата и Искандара, мой Бог, за Анира, Оливию и Адель, Господь, за Макса и Ванессу, Господь, за Даника и Тему, Господь, спасибо Тебе, Отец, и я молю Тебя, Господь, пускай наши дети
они, видя пример нашей любви к Тебе, взращивались на этой любви. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Мы хотим быть перед Тобой встретить. Слава, слава Тебе, Господь. Ты Бог святый, Ты Бог живой, Ты Эммануил, Ты Бог всегда с нами. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, Ты неизменный Бог. Слово говорит и так, кто соединен с Христом, тот новое творение, старое прошло, и вот настало новое. В нашей жизни Иисус рождается каждый день, потому что Он творит каждый день новое. Слава Тебе, Отец, вся земля полна славы. Тебя за Твою любовь, за Твою милость. Твоя милость, она превыше всякого суда. Твоя любовь, она безусловная. Мы превознесем Твое святое имя. Мы почитаем Тебя на этом месте. Друг, свет.
крови, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть. Спасителем мне стать, ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус, мой Иисус, ты родился в этот мир, чтобы жизнь мне дать, чтоб всегда со мною быть. Спасителем мне стать, ты любовью своей, Бог, изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус, мой Иисус, Иисус, мой истина, ты свет нашей жизни. Благодарим тебя, Господь, прославляем твое святое имя. Поклоняемся, Господь, у престола Твоего.
престола милости, любви и благодати. Аллилуйя, Отец. Мы славим Тебя. До встречи с Тобой. Мы изучали свою родословную по линии мамы, по линии отца. И нас спрашивают, какие у вас есть болезни наследственные. Или кто-то может сказать, у тебя проклятие родовое. Но Слово Божье говорит, когда мы приняли Его в свое сердце, в свою жизнь, Он через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа, Он говорит, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в свой чудный свет. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы принадлежим Тебе, Господь. Мы говорим, что не мы живем, но живет в нас Иисус Христос, живет в нас Его любовь, живет в нас Его милость, живет в нас Его праведность, Его истина. Тебе, Иисус, я
Мы живем для Тебя, мы поем для Тебя, мы дышим для Тебя, мы существуем для Тебя, для того, чтобы прославить Тебя, для того, чтобы поклониться Тебе. Мы любим Тебя, Господь, мы почитаем Тебя на этом месте. Ты Царь царей, Ты Господь господствующий, Ты тот, который достоин всей хвалы. Я прошу Тебя, мой Бог, во имя Иисуса Христа, чтобы Ты очищал нас, омывал нас, Господь, давал нам уверенность, Господь, давал нам, Господь, смотреть на наши ситуации так, как Ты смотришь, Господь. Давал нам силы, Господь, проходить наш жизненный путь. Давал нам силы, Господь, доверять Тебе на этом месте. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Господь. Посчитаю Тебя на этом месте. Господь, я прошу Тебя, Бог, чтобы сегодняшнее слово, которое Ты дал мне, оно стало живо и действенно. Я молю Тебя, Господь, чтобы Твой Дух сегодня и простекал на это место, чтобы сердце было открыто, чтобы уши были открыты, чтобы, Господь, наш разум был открыт, чтобы принимать Твое Слово сегодня. Во имя Иисуса Христа я верю, Господь, что что-то сегодня произойдет в Твоей церкви, что-то произойдет в Твоем городе. Господь, когда израильский народ взывал Тебе, молился Тебе, искал Твоего лица, приходили победы, приходили изменения, приходили ситуации, которые, Господь, давали людям будущее и надежду. Я молю Тебя, Господь, чтобы эта же благодать, она изливалась на каждого из нас, чтобы сила Твоего Слова давала нам надежду, Господь, что мы не оставлены, что мы не покинуты, что мы люди, которые взяты в удел Божий. Во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Господь. Мы поклоняемся Тебе на этом месте. Слава Тебе. Весь Божий народ скажет «Аминь!» Аллилуйя! Поприветствуйте друг дружку. Скажите, как друг за дружкой соскучились. Надо. Аллилуйя. Здравствуйте, церковь. Аллилуйя, слава Господу. Здравствуйте. Передаю вам привет из Филадельфийской церкви. Пастор Саша Михайлик, я только что был у них. Присаживайтесь, Вика, присаживайтесь. Внимание потом, целование потом, все потом. Присаживайтесь. Пастор Саша и его церковь передавали вам привет. Мы были сегодня с утра. И знаете, это хорошее такое время было. Мы с Мирославом ездили. Как-то, я не знаю, какой-то звук такой, или это эхо? Это эхо. Это кто-то хрип. Кто-то хрип. Да, чуть-чуть хрип. Вот, и знаете, какая-то, особенная